Я рад приветствовать вас на партнерской конференции «Лицу трейд лицу». В таком формате мы делаем это в первый раз, но я надеюсь, что это мероприятие будет регулярным каждый год. Соответственно, хотелось бы начать с того, чтобы представить вам команду компании «Лицу», да? Вот, я хочу предупредить, что здесь не все, вот, но для начала прошу подняться, кто из московского офиса есть, поднимите, пожалуйста. Да, поднимите. Вот, тут у нас, спасибо. Дальше у нас есть делегация из украинского офиса, харьковского, поднимите, пожалуйста. Да, спасибо. И есть делегации Нижегородского офиса, пожалуйста, поднимитесь. Да, ага, спасибо. Вот, прошу любить и жаловать, подходите, общайтесь. Соответственно, коротко расскажу о своих наблюдениях, что было в партнерском с маркетинге в финансовой сфере в последнее время. Значит, мы наблюдали, мы работаем. В прошлом декабре компании «Лиц» исполнилось 5 лет. Мы в финансовой лидогенерации вот работаем все это время. И здесь с 2010 года по 2013 год наблюдаем, как бы сказать, наблюдали эру такой потребительского CPA-бума, да? Как бы сказать, вот, и сейчас мы уже последний больше, чем год, два года примерно, видим, что потребительское кредитование снижается и растет МФО-кредитование. Вот, но вот на этом графике мы видим тренд, что портфели сейчас падают, что потребительское, что МСБ-кредитование, а растет, двузначными цифрами растет МФО. Значит, чем характеризовалось то время. То есть это был такой классический трекинговый пиксельный как бы трафик, да. То есть клиентов было мало, банков, которые умеют работать по CPA. Они покупали много, география у них была большая. И ну, рынок как бы диктовали, определяли в основном вот эти клиенты. И клиентов, потребителей самих тоже было много, потому что закредитованность была относительно низкая. Вот, поэтому трафик, ну как бы, в общем, измерялся таким образом, что один кредит, там примерно одна конверсия, да, там успешная конверсия, срок жизни вот этого кредита там исчислялся, так сказать, примерно годами. Вот. Но это время прошло, сейчас у МФО кредитования есть особенности. Вы их прекрасно знаете. То есть этот портфель растет, но у них есть очень разные продукты. И они отличаются, чем есть основные группы такие, это МСБ. Кредиты потребительские, микрокредиты, которые выдаются, так скажем, на месяцы, да, и есть кредиты, которые payday loan, это которые выдаются до зарплаты. Вот, мы, ну, эксперты отмечают, что payday loan, популярность этих кредитов до зарплаты, она растет. Это сейчас больше половины кредитов выдаются таким образом. Как бы это для лидогенерации, для нашего рынка, дало определенные как бы особенности. Во-первых, МФО-организаций клиентов таких много, гораздо больше, да. Они более гибкие, они работают разными форматами. Появился API-канал и стал очень, так сказать, распространенным форматом. Ну, это наложило определенные, как бы, и дало и плюсы, и минусы. С одной стороны, API-канал дает возможность просто отправлять заявки, с другой стороны, это привело к тому, что заявки плодятся, их много, они отправляются везде. А некоторые МФО
клиенты открыто заявляют, что они не успевают их обрабатывать, да, непонятно, как веб-мастеру на этом зарабатывать. В общем, определенная такая ситуация получилась непонятная, да, и поэтому за заявку работать тяжело, в основном, ну, как бы сказать, стал популярен формат за сделку, за выдачу. Это определенный вызов для рынка, который мы встретили таким образом. У нас родился в прошлом году идея, что работать, в принципе, по западному формату, это работать за уникальную анкету клиента. Да? То есть это такая сущность, уникальная анкета, то есть это физические данные клиента. Вот. Клиент этого клиента мы, значит, сделали параллельную, то есть как в отличие от обычной партнерской сети, у нас создался функционал как для работы с конверсиями, с пикселями, так и для работы с анкетами. То есть это полнофункциональная система, которая включает такую же хорошую отчетность, как для конверсий, такую же прозрачную картину дает. Уникальная анкета – это тот клиент, которого поставил вебмастер и который может дать несколько, например, конверсий. Да? Это дает возможность нам эту анкету выбирать, куда продавать, и продавать, естественно, тем, кто больше платит и кто платит сразу. Вот. И приняв такую философию, у нас в этом году, ну, в прошлом году мы активно занимались разработкой, и в этом году вышли с несколькими продуктовыми инициативами. Это, то есть у нас 1 февраля запускается биржа Leadsbox. Она будет ориентирована на микрофинансовые организации. Сейчас первый продукт – это МФО. Да? В основном, основной таргет – это мелкие, ну как мелкие, региональные, у меня вид мелкие, региональные МФО, которые будут покупать заявки за, ну как бы за анкету, будут платить сразу за анкету, да. Это позволит справедливо платить, оплачивать веб-мастеру его расходы за трафик. Вот. Система анкет, она у нас определяет, или как бы делим API-канал и обычный трафик, ну и как бы классический трафик. Вот. И они, соответственно, для заявок будем, естественно, брать клиентов, которые пришли как живой трафик. Вот. По этой бирже немножко попозже будет слайд. Значит, полный функционал для работы с анкетами нам расскажет директор по разработке после кофе-брейка, да? Значит, мультивид. Поскольку этот функционал есть, нам есть возможность оптимально маршрутизировать заявки наиболее как бы прибыльные для веб-мастера места. И все конверсии, все монетизации для веб-мастера, они будут начисляться ему на счет. То есть это уникальная, на наш взгляд, как бы инициатива, да? Расскажем также про агентские кабинеты. И эта же система дала нам возможность запустить прозрачный оффер по кредитной рассылке. Это возможность монетизировать для веб-мастера электронные адреса заинтересованных потребителей. Это будет система, ну, она уже запущена, система будет, о ней тоже будет отдельная презентация. Значит, один слайд про эту биржу. Значит, ну я уже сказал, да, упомянул, что анкета с автоподтверждением, что покупатель может выбрать вплоть до города, вплоть до времени получения анкеты и поля, выбрать, оплатить любым способом, там, вплоть до наличными в кассе Сбербанка, и начать получать в этот же момент заказанные анкеты. И анкеты, все анкеты дальнейшей конверсии по этому клиенту-потребителю будут присваиваться веб-мастеру.
Вот, и тоже наша, я надеюсь, интересная новость. В конце мероприятия мы анонсируем нашу акцию для веб-мастеров на 2016 год. Это небольшой тизер. Значит, сейчас я слово передаю нашим дорогим представителям Google. Спасибо.